И, кстати, ребята, прежде чем мы продолжим, я хочу вам рассказать про другую крутую игру. Танки X — это бесплатная мультиплеерная игра, где вам предстоит создавать свои танки. В игре огромное количество танков, орудий, прокачек и режимов игры. Каждый матч ты будешь становиться сильнее. Сражайся с противниками или зови друзей, уничтожайте всех и вся. Игрушка, кстати, весьма с хорошим графоном. И при этом она хорошо оптимизирована. В общем, ссылка в описании, рекомендую поиграть. И снова здравствуйте, мои дорогие кристаллики, с вами снова Кристалл, продолжаем играть в разные игры, и сегодня, ребята, мы вместе с Тимуром продолжим играть прекраснейший Move Fortnite, да? Да, всем привет, ребята, да, всем привет. И сегодня у меня уже будут, кстати, новые мутаторы, теперь я смогу хотя бы что-то ставить, кроме этих ГСС-свет, да, такие же, ну хотя бы я сам их могу теперь ставить, а то надоедало, что у тебя есть мутаторы, да. А у меня нет. Так, ладно, я скин какой-нибудь выберу, не знаю, может за робота поиграть, давно не играл, или за скелеты, хотя не, мне котенок нравится, вот такой, поэтому будет сегодня у нас он, и поехали, наверное. И да, ребята, если вдруг вы не знаете, сегодня будет 4 ролика по Move Fortnite, это уже должен быть вроде бы... Третий по количеству, так, цветная лихорадка, сахарной спешки давно не было, так, поэтому меч с шипами, вот так. А что ты у него выбираешь, мне нравится этот режим, когда нету ботов, когда есть боты. Когда нету ботов, да, так я что-то не попадался, значит, его все взять не мог, по каким-то неведомым причинам. Зачем надо было стабилизатор взять? Так выше шансы, например, меня выиграть тебе. Так, стоп, это я взорвался? Ой, черт. Я что-то вообще ничего не понял. Из-за переключателя скинов я, когда только начинаю, я вообще все путаю. Особенно, когда такая очень быстрая, когда очень быстрая вся эта гонка начинается. Так, ну я знаю тактику победы. Нет, не знаю, ну ты мне начинает сорвать. Блин, шапку выбили, шапку мне выбили! Да, блин, запрыгнуть надо. Оп, все, снова моя кого-то размазала. Прикинь, бота размазала. Нет, 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 ты не выиграешь, я тебе не дам, не дам я тебе выиграть. Ну да, я почти все это время с ней бегал. Так, команда за диски. А чё я такой злой был, потому что я выиграл? Лихорадную, блин, как она называется? А, вот сигнал лихорадка, зачем я выбрал, блин? Так, так. О, вот тут, вот тут, длина, я упал, нет, я все равно заберусь, хопа. Я тут, мне, кстати, написали, что мы реально, походу, отмываем ошметки от других игроков в этой комнате, типа, знаешь, что это раньше тут чуваки убирали их, и ошметки других игроков, ну, не знаю, я знаю... Вискера, Кленап, как-то так называется. Там, в общем, игра построена на том, что можно в кооперативе прибираться на разных картах, играх и тому подобное. Так. Не, знаю, есть такая тоже игра, которую там убираешь. Ну, я говорю, которую знаю. Да. Где приборкой занимаешься чисто, это Вискера, Кленап, да. Как-то так называется она, по-моему. А-а-а. Вот. Типа того. Там такой тряпка. Ну, там швабра, ведро, да. Что-то еще, там много всего. Так. Хоть бы у меня, хоть бы. Все, я сожрал. Да, я съел. Так, и зеленого разорвало. Так, а теперь надо угадать, в какой стороне. Мне кажется, будет вот тут. Ты чё, читер, что ли? Так, я успел вроде съесть. А ты не успел, при том, что самый первый там стоял. Так. О, я выиграл. Вкусно. О, пухлый котенок. Зуб? Ты с такими зубами? Да, похоже, цветной зуб. А, я думал, ты с такими звуками зубы глотал когда-то в своей жизни, что знаешь о том, что это звук. Ё-моё, он и забрал! На! Ё-моё! Не благодари. А, ты что, офигел, что ли? Ты что, не запрыгиваешь обычно? О, я успел в последнюю секунду. Пипец. Вообще читер. Ты в этом режиме. А, всё. Ну, я успеваю давать обычно бомбы. Мне так нравится это выражение лица у кота. Так, и это мой мутатор, да, сейчас? Ага, 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 так. И... Я хочу усложнить жизнь. Да, блин. Дублин. Хотя, прикинь, здесь вообще была бы дичь. Так, а, вот где шапка. О! Дай сюда. О, моя! Эй! Отдай! Я карту изучил. Так. Стоп, я еще раз когда-то выбирал этот режим.
Все. Просто я почти все поинты забрал. Че, никто не пытается забрать шапку? Ну, че, все сдались, что ли, уже? Ну, не. Секунд, там нереально. Да, понятно. Ну, второе место можно было выбить. А хотя тебе и так принадлежало второе место. Так. Блин, вот здесь я без света вообще... Да, блин, ты че мешаешься мне? У меня времени мало, я зарплату не заплатят. Так. А мне заплатят, да ладно. Тебе, походу, заплатят. Так. Да, мне ну ладно, тебе меня догонять это... Надо, чтобы я раза три подряд проиграл, наверное. Так. Опа. 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 Не, я в этот раз не дам выиграть. Я, конечно, бывает здесь проигрываю, но в этот раз постараюсь максимально не дать заработать очки. Опа. 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 Я даже на счетчик не смотрел, я просто не думал. Не, я на счетчик смотрю. Так, ракетный забег. За кем? Не-не-не-не! Так. О, кто-то взорвал-то. Снова за мной, что ли? Сколько можно боли? Да снова за мной! Мы умрем все вместе! Мне 5 очков дали, как всем. Так мы все вместе взорвались. Я говорю. Так, здесь сейчас. Нифига непонятно теперь. Да блин, я застрял в этой фигне. Так, походу там. А где? Ну здесь, такую наверное. Такую жиргу электричества. Эй. А, вон где, блин. Так, а как тут добраться-то по-быстрому? Это далеко. А, я вижу последнюю конфету. Да. Дай сюда. Да, это какого хрена? Да это ж читерство, она в твою сторону улетела. Чего они сквозь блоки летают? Вон она там справа. Не знаю. Вот видишь эту фигню? Вот так же и меня убило. Нечестно, блин. Телепортатором. Ну все. Бургер. Знаешь, когда они выглядят круглыми, они выглядят как-то более правильно, что ли, когда их раздувает. Так, шапочная погоня. Хопа. Так, а где шапка? А, вот, вот она, блин. Ну я хотя бы секунду ее подержал, я выигрываю. Так, хотя у меня есть тактика, а ладно, окей. Да блин, эту карту бесит, там все из этих. Так, ну и в целом я специально буду вам просто пол ломать, и вы не возьмете ни за что эту шапку. Ну все. Не, сегодня я в ударе в этой серии, по крайней мере. А мы с ботом одинаково идем. На, бери что-нибудь. Телепорт, снова в стену хочешь застрять? Да. Мечта. Я буду прыгать только в тех местах. А, блин, суперход, что ли? А, суперход. Так. Блин, прям во мне. Я там такую матрицу устроил. Так, я не могу понять, это пуля. А, все, надо мной летит. Так, ну, о, господи. Вау, блин. Да чего так несет-то, а? Мяч с шипами. Тут тяжело. Так, ну тут как фортанет. Я знаю, что телепортом, по-моему, сквозь него можно пройти. Если в нужный момент нажать. Ой, все, там вообще в мясо их превратило. О, я увернулся. Ой, чуть из игры не вышел. Случайно. Ты прям на него телепортировался. Я думал, там что еще будет. Ну все. Кристалл, как обычно, чемпион. О, мне чип дали, выберите два оператора за матч. Мне кажется же, если ты меня выиграешь, то тебе чипку должны дать. И меня в убыток. Так, пошли сыграем этот, как его, один на один. У меня в убыток, блин, опять. Да, меня, кстати, тоже 8 уровень забрали. Прикинь, уровень забрали. Так, поехали. У меня такое же было. Я все открывал, сундук открывал, открывал, открывал. Так. Только выпадал все одинаково. Пэм, 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 пэм. Все, я набрал. У нас будет очень много зоны детонации. Потому что у нас серия коротенькая получилась. Поэтому будем что-нибудь проучиться. Сижу, листаю. Снова у тебя, типа, такое правило, когда мы один на один играем, 18 плюс брать? А чё, я тогда тоже брал? Да. Я забыл.
Йо, тебе нравится бегать? Издеваешься. Мне понравилось такое ощущение, что ты даже не знал, что у тебя бомба была. О, шапочная погоня. Так, и где шапка? Ага. А где? А, вот. Да, блин, я сейчас влопну. Так. Влопну. Оп, оп. Оп-о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 п
перепутал с собой. Ну, может, потаскать. Ты не выиграешь. Я успею, его строительные блоки. Тут хотя бы нет читер-ботов. Я читер-бот. Ой, ёпт. Я что-то... Блин, ну с цензурой плохо видно, куда прыгаешь. Стрельба в прыжке. Тут тяжело. Вот это выстрел! Вот это я стрельнул! Мне даже ачивку за это дали. Вот это было красиво. Блин, я с такой длины выстрелил этим снарядом. Это было красиво. Я настоящий снайпер. Я даже придумал, как серию назвать эту теперь. Я настоящий снайпер? Нет, поинтереснее. Так. Ты бы так серию назвал. Так. Наверное. Нет, ты бы назвал ее читеры. Как обычно. Неважно. Неважно, что ты бы назвал, читеры или боты. А нет. Или это было легко. Так, все, мутатор. Ну мне сейчас невыгодно брать стабилизатор. Поэтому двойной прыжок. Если возьму стабилизатор, мне хреновее будет. Так. Нет. 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 Да блин. Я сейчас умру, вот за что я не бегаю. Нет. Блин, с тобой смешно так играть. А мне не сложно. Нет. Даже полни секунды не подержал шапку, не? Вообще уже. Эй, да пять, я косячу! О, нифига там за секунду просто. Я что-то косячу по-лютому, не знаю почему. В этом режиме. А чё? А. Иди сюда. На! За последнюю секунду. Знаешь, я это как обезвредить за секунду до взрыва, знаешь? Тут наоборот, взорвать за секунду до взрыва. Так, два прыжка ведь. Ай-яй-яй. Тихо, блин! На! Меня нервирует это. О, может на этот раз тоже так получится красиво стрельнуть. Да не дам я тебе больше такой красоты сделать. Опа. Блин. Такая за мной... А? Ничего. Как так круто получается? Я не знаю, я был рожден для этого. Да не, я не про это имел в виду. Да, блин, чё, у меня про два прыжка забыл. Все, я тебе не отдам ее. Устанешь бегать. Ха. Да я его! Я в этом режиме неплох. Я обвиняю. Пока. Победа. Сейчас снова уровень заберут, да? Не, мне дали. Ну, прибавили вроде пока. Но в следующем матче заберут. Ну ладно, ребята, на этом будем заканчивать. Надеюсь, вам серия понравилась. Если понравилось, ставьте лайки. Будем играть и дальше. Сегодня у нас, если что, мини-марафон, 4 серии. Поэтому ждите еще одну серию, по крайней мере. Я думаю, что вам она должна понравиться. Поэтому, ребята, ждите. Ну и также можете подписаться на канал меня, на канал Тимура. Ему там осталось...
уже немножко так-то, по идее, до 20 тысяч подписчиков, поэтому поднажмите, ребята, тем более, что ролики он снимает не только со мной, а сам снимает ролики, так что у него свой контент есть. Вот так вот, поэтому подписывайтесь и к нему тоже. На этом все. Всем удачки, всем пока, и также не забудьте еще подписаться на меня ВКонтакте, в Твиттере, Инстаграме и стрим-канал мой. В описании ссылки. Все. Пока. Да, всем пока.